Мариинский Посад стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом «Веков связующая нить». Он предполагает масштабную реконструкцию городской набережной со строительством причальной стенки и реставрацией объектов культурного наследия. 4 ноября, в День народного единства, город запустит процедуру широкого народного обсуждения по благоустройству исторического центра города. Цель обсуждения – сбор и анализ запросов жителей по разработке и развитию исторического центра. Эта по-настоящему народная концепция станет основой для подготовки дальнейшего широкого строительства. В данном случае мы запускаем совершенно новый подход в реализации очень важных масштабных проектов в нашей жизни. То есть вот это обсуждение, оно посвящено тому, чтобы собрать мнение жителей города Марпасада по тому, что нам надо сделать в рамках преобразования городского пространства. Разрабатываемые проекты будут направлены на активное вовлечение Мариинского Посада в общероссийскую туристическую историю. Планируется проведение широкое обсуждение будущего развития Мариинского Посада, а именно его исторического центра, исторической части, заключенного между двумя речками, Верхняя, Нижняя Сундырка и тремя историческими улицами – Московская улица, Казанская и Набережная. К обсуждению привлекают все творческие силы – художники, ландшафтные дизайнеры, краеведы, молодые архитекторы. В планировании будущего своей малой родины приняли участие и школьники. Хотим, чтобы в обсуждении приняли не только жители города, но и, конечно же, наши обучающиеся. Для этого мы объявили конкурс под названием «Архитектурное будущее города Мариинский Посад». Работы самые интересные поступили. Определенные шаги для развития туристического потенциала Мариинского Посада уже сделаны. Планируется приобретение 2 скоростных речных пассажирских катеров на подводных крыльях. Мы очень ждем этого события. Планируется приобретение нескольких валдаев. Мы ожидаем, что первые валдаи появятся уже к началу навигационного сезона, к открытию навигации. Это в любом случае даст возможность использовать нашу матушку Волгу и добираться комфортно, быстро до таких мест, которые мы развиваем. Это Марпасад, Козловка. Планируются межрегиональные перевозки. По оценкам экспертов, у Мариинского Посада большой потенциал, но чтобы его реализовать, необходимо вплотную заняться развитием туристической инфраструктуры. Этому и будет посвящено всенародное обсуждение, которое стартует 4 ноября в 12 часов в физкультурно-спортивном комплексе Марпасада. Ольга Семенова, Регина Кубайкина, Игорь Зверев, Республика.